Меня зовут Миша Лемах, это Волфикс Академия. Что это такое? Какую информацию показывает? Отображает дельта, как она появляется, эта информация, то есть откуда мы берем, какие вариации дельты есть в платформе, как настроить лучше терминал для продуктивного применения. И как будет полезно и для тех, кто только начинает изучение объемного анализа и дельты в частности, или же терминал Volfix, и для тех, кто уже немножко с опытом, возможно, новые откроют для себя ветви применения дельты. Итак, дельта. Что такое дельта, как ее применять? Начнем. Непосредственно, как только появилась возможность получать данные с биржи, онлайн-трансляцию непосредственно объема биржевых сделок, совершенных на торговой площадке. Соответственно, он темный, четкий. Ну, давайте с вопросами, потом я просто сбиваю с темы. Соответственно, в первую очередь, это было очень правильное решение, как бы обуздать этот поток, вытащить по максимуму информации из вроде бы простого потока цены, времени, количества контрактов в сделке, сколько трейдов. Вроде бы простые вещи, но мы с 2000, ну, больше чем уже 13 лет, до мельчайших деталей этот поток проштудировали. И, собственно, дельта одна из этих направлений. Развивалась она также постепенно и по ходу развития и компьютерных технологий, интернет, то есть позволение, ну, обработку онлайн потока, то есть улучшение, и, соответственно, фильтрацию, структуризацию. Это все привело к вот такому очень комфортному, удобному и эффективному отображению дисбаланса активности байеров и селлеров. Давайте теперь в деталях, как появляется дельта, что она показывает и для чего мы, в принципе, ее мониторим. Итак, с биржи поступают данные об объеме совершенных сделок. То есть мы с вами видим стакан. В стакане мы видим в основном отложенные заявки. Непосредственно вот сейчас онлайн-стакан – это вот эта часть всего лишь. Выше рынка отложенные заявки, ниже рынка. Соответственно, здесь сам непосредственно стакан второго уровня – это вот эта колонка, которая разделена рыночной текущей ценой, и непосредственно заявки выше рынка и ниже рынка. Объем биржевых сделок в целом, если анализировать только объем, он полезен, достаточно полезен. То есть мы можем с помощью объема проверять, когда появляется активность крупных участников. Объем в целом, как данные, указывает на то, насколько крупный игрок сейчас по цене проходит. То есть идет объем обычный, либо же ликвидность аномальная. И если вы просмотрите на истории, ну, вот возьмете архивы, исторические данные у нас в платформе, допустим, там за много лет можно полистать и проводить исследования, что в принципе очень рекомендую, как только вы получите доступ, пакет Волфикс. Первое, что изучите, как ей пользоваться, она несложная. Мы старались так, чтобы ну, и нам было удобно работать с ней, и клиентам было несложно найти те или иные функции или настройки. Даже если кого-то смущает, что она англоязычная, здесь ничего сложного, очень много повторяющихся названий, кнопок, функций, буквально за день, два, три вы обуздаете ее очень быстро. Идем дальше. Соответственно, данные по объему нам сигнализируют о том, что данная цена вот в текущий момент интересна крупным участникам, либо же нет. Это движение интересно крупным участникам, то есть принимают они активность, либо же они сбрасывают позиции и объемы падают. Либо же тренд поддерживается крупными игроками. Соответственно, чем больше объем, тем больше давление со стороны вот этой одной группы, допустим, байеров, либо же селлеров. И тем самым у нас при работе на стороне крупного участника есть огромный потенциал и вероятность того, что мы будем дольше удерживать позицию в случае, если мы работаем, допустим, против крупного участника. То есть крупный участник расширяет цену ниже, мы пытаемся покупать. Соответственно, у нас шансов не так много есть, но небольшие.
Объем, по сути, это информация о действиях сразу двух сторон, и покупателя, и продавца. То есть в любой сделке есть все эти две стороны. Биржа выступает посредником, и непосредственно вот какой объем этой сделки, мы и видим эту информацию. Но трейдеры не стоят на месте, всегда развиваются, и вот постепенно охота приблизиться к вот этому очень простому информационному потоку по типу инсайт, да, купили, продали, сколько и чуть ли не какая фамилия у этого трейдера. Соответственно, когда мы в принципе можем обойтись даже с данными по объему, все равно хочется знать, этот объем зашел на покупку либо же на продажу, кто более агрессивнее себя ведет в данный момент, в данном паттерне, в данной свече, в данном кластере. Соответственно, мы дальше шагнули. То есть, в принципе, эти дельта, не настройки, как бы вот этот параметр дельты, разницы между ликвидностью агрессоров на покупку и агрессоров на продажу, либо же инициаторов на покупку, инициаторов на продажу, либо рыночных на покупку, на продажу. Сейчас мы это детально рассмотрим. Собственно, подсказывает, на чьей стороне больше ликвидности, которая по рынку толкает цену. Соответственно, вероятность, что в этом направлении будет дальнейшее расширение цены, дельта и подсказывает нам и помогает в этом плане корректировать вектор торговли, то есть на покупку мы работаем, либо же работаем на шорт, в зависимости от того, на чьей стороне больше ликвидности. Задача дельты информировать нас о том, какая сторона более ликвиднее на данный момент, либо же в данном кластере, либо в данной цене, либо же по данному тику, непосредственно имея возможность анализировать вот эти два потока, сравнивать. Соответственно, это очень, очень приближенно к тому, чтобы сравнивать ликвидность спроса и предложения. Ну, как бы не совсем так, но это вот для сравнения очень-очень похоже. Вот, соответственно, ликвидность покупок инициаторов и ликвидность продаж может направить правильно позицию, в некоторых случаях предупредить о том, что тренд уже закончился, в зависимости от ситуации, для точек входа, то есть непосредственно определить, когда уже пора открывать позицию. То есть я называю это попутный ветер, когда ликвидность, нам нужно открывать покупку, соответственно, дисбаланс потихонечку перетекает на сторону байеров, и вот такая попутный ветер потихонечку нас отправляет прибыль. Вот, соответственно, задача дельты отобразить в количественном значении, насколько одна группа в перевесе по объему над другой группой. И тем самым, в зависимости от ликвидности каждого инструмента, нужно оценивать, насколько контрактов является критичным креном, то есть когда уже слишком большой аномальный перевес, когда эта дельта недостаточно влияет на изменение цены, то есть, ну, как бы близко к нулевой. То есть, если дельта 0, соответственно, агрессоров на покупку и на продажу одинаковое количество по ликвидности, тем самым цена будет больше находиться в боковике, во флете. То есть, до тех пор, пока не наступит дисбаланс, либо пропадет ликвидность со стороны одной группы, либо другой, либо же усилится ликвидность, опять же, с одной или другой стороны. Тем самым рынок находится постоянно в двух состояниях: баланс и дисбаланс. Вот, когда рынок находится в балансе, для спекуляции это, ну, не самый, вот если там скальпировать, либо же очень коротенькие сделки открывать, еще куда ни шло. А вот если касаемо там интрадей торговли, либо же интрадей на несколько дней попытаться ставить позицию, соответственно, такие дисбалансы нам, вот именно баланс, он не очень подходит для спекуляции, потому что в любой спекуляции должна быть большая разница между ценой А и ценой Б. А это, собственно,
Вот именно дисбалансы нам и нужны. Вот дельта как раз будет нас и предупреждать, когда тенденция заканчивается, сколько у нее есть сил дальше на расширение идти. Как раз вот на примере сегодняшнего S&P мы рассмотрим все эти моменты и все источники информации, которые можно изъять из дельты. На самом деле, вроде бы разница между одной и второй группой, но там на самом деле есть разные и нюансы, и упрощения, и автоматические разные настройки, которые мы довели просто до абсолютно легкого, простого фильтра. Непосредственно идем дальше. Вы, пока я говорил про дельту, очень часто слышали, что разница ликвидности агрессоров на покупку и агрессоров на продажу. Как они определяются, почему именно агрессоров, инициаторов и либо же рыночных участников, почему именно вот эту группу нужно сравнивать с такой же группой, только контр по позиции. Для этого нужно углубиться в механику рынка, даже я бы сказал микроструктуру, матчинг, вот сведение приказов, ордеров. Все мы с вами знаем, что есть два основных типа ордеров на рынке. Это рыночный и лимитный ордер. Все знают, да? Есть потом уже ответвление по усложнению, по типу исполнения, по времени исполнения, потом там разные условия исполнения этого ордера и так далее. То есть это уже идет разветвление на разных биржах. Возможности уже там добавляются либо ограничиваются, опять же, в зависимости от какой биржи. Вот. И начиная вот с этих двух типов ордеров, здесь стоит уточнить, что лимитный ордер, у него приоритет, когда вы выставляете лимитную заявочку, допустим, вы хотите очень так аккуратненько зайти ближе к максимуму лимитным sell лимитиком на шорт. Соответственно, у него приоритет непосредственно цена. То есть там идет четко прописанное условие исполнения именно по этой цене точно. Ни тик, шаг лево, шаг право не воспринимается. То есть когда этот будет, когда рынок придет на эту цену, никого особо не волнует. Самое главное условие именно по этой цене. Соответственно, этот ордер будет висеть столько, сколько понадобится, чтобы рынок пришел на эту цену. Тогда он будет исполнен и превратится в какую-то позицию, то есть сделку. И, соответственно, рыночный ордер, у него приоритет исполнения немедленно сейчас по максимально вот доступной цене. Вот прям вот горит и впустите меня в позицию, собственно. То есть здесь приоритет немедленное исполнение. То есть вот прямо сейчас нужно заключить сделку, неважно по какой цене, по сути, так как больше здесь стоит условие вот поскорее. Возможно, есть какая-то информация на руках, что будет завтра какое-то собрание в там глав компании, они там поменяют какой-то курс направления развития всей отрасли и, соответственно, пора шортить, в общем, пока не поздно. И вот у человека есть такой инсайт, он спешит как можно раньше открыться, потому что каждый тик на счету. Почему открывают позиции трейдеры рыночным ордером, лимитным ордером? Разные на это есть причины и разные нюансы, но они существуют и достаточно неплохо. То есть рыночный ордер и лимитный отлично сводятся, и тем самым мы можем разделить вот ту активность, которая более не ценирует, она идет от рыночных ордеров. То есть вспомните, когда вы открываете позицию по рынку, нажимаете Buy Market, вас всегда исполняют чуть-чуть похуже цене, вот этот тик пролетает, это в лучшем случае, там, если тик, бывает там еще проскальзывание разное, на 2 может быть, если совсем нету встречки. Соответственно, в рыночный ордер, тот, кто открывает по рынку, заходит по рынку, он всегда как бы жертвует вот этим тиком, то есть он идет как бы на уступки. И это непосредственно, вот на этом слайде я хотел отобразить, что представим, что на рынке только лимитные ордера существуют. Либо так случилось, что на один день, к примеру, просто отключили рыночные ордера, оставили только лимитные.
И вот у нас есть две цены, 250, 150, неважно какой инструмент. Один селлер, 1000 контрактов, sell limit стоит, и второй, тоже лимитный ордер, но на покупку. Соответственно, ликвидность вроде так близко друг к другу находится, и вот еще чуть-чуть, и уже пройдет какая-то сделка, уже рынок зашевелится. Ну и висит два лимитника, приоритет цена, и как бы когда там рынок придет на эту цену, одному богу известно. Соответственно, чтобы был рынок, должны быть сделки, должен быть оборот, и соответственно, кто-то из них рано или поздно должен пойти на уступки, пожертвовать вот этим тиком, либо же там двумя тиками, и вот этот тот, кто жертвует, он является инициатором. То есть он соглашается на цену не всегда выгодную и хотелось бы там приятную для этого участника. То есть, соответственно, в данном случае, если, допустим, байер пойдет на уступки и скажет, а, ладно, все равно будет еще дороже цена, все, я забираю. Он уже лимитный ордер, к примеру, отправляет рыночным. То есть этот отменяет, отправляет по маркету, его сводит с этим лимитником. Мы в итоге получаем по цене 250 один трейд объемом в 1000 контрактов. То есть вот объемный анализ в первоначальном виде, он как бы, это данные, вот эти 1000 контрактов, это есть вот данные по объему. Вот, но мы уже пошли дальше, и мы этот объем теперь еще маркируем, сколько там было инициаторов на покупку и инициаторов на продажу непосредственно. Ну, в данном примере у нас из этой 1000 контрактов у нас как раз вся 1000 контрактов за инициатором на покупку. То есть, если вы заметили, на акциях очень хорошо и часто видно, даже на сельке очень видно ежедневно, есть такие уровни, вот прям чувствуется, что там крупная лимитка висит, и вот цена там может 5 минут просто вот как об стенку и не идет дальше. Соответственно, вот рыночные ордера, которые идут, там общая масса трейдеров, и какая-то крупная заявочка, там 3-4 минуты наливают, они просто бьются об стенку. В конце занятия напомните, я попробую вам на тиком графике показать, там очень хорошо видно эти все срезы, просто вот как будто ножом срезали котировочку, особенно на акциях, прям сплошь и рядом. Вот это лимитные заявки крупненькие, которые наливают вот этими рыночными ордерами. Соответственно, отсюда вывод какой, что лимитные ордера, они более, как бы, с точки зрения своей техники, они более тормозят цену, особенно если это крупные лимитки, то есть могут вообще застопорить движение цены на какое-то время. А рыночные ордера, они являются как бы катализатором изменения цены, они создают вот это движение, жертвуя вот этим тиком. Соответственно, отсюда и напрашивается как бы уже вердикт, что зная, сколько ликвидности по рынку открывают сейчас участники со стороны покупателей, со стороны продавцов, по сути, мы можем предвидеть дальнейшее движение там на минуту, на 5 минут, на 15 минут потенциально возможного тренда, да, тенденции, исходя из вот этой ликвидности, вот этого перевеса. То есть, если каждую минуту идет сильный байер, там в два раза перевес, в полтора, в три, соответственно, у нас есть топливо для дальнейшего роста, и пока этот контроль в несколько раз перевес по ликвидности удерживается, мы можем смело также держать позицию на покупку. Как только этот перевес поменялся, либо нейтральный стал, то есть уже обоюдненький, уже первый сигналчик на то, что тренд уже не так контролируется байером, уже выдохлись, или же они сами сбрасывают часть покупок. Периодически любой тренд, вы знаете, что там 45 минут толкает на покупку, 15 корректируется, 45 толкают, 15 корректируется. Это, то есть, они тоже перестраховываются и сбрасывают частично какие-то промежуточные сделки свои же, и потом опять продолжают на расширение. Идем дальше. Здесь, в принципе, пока понятно. Я думаю, тут ничего нового пока. Здесь вот как раз вердикт. Рыночные ордера двигают цену. Это инициаторы, это агрессоры, это те, кто по рынку бьют. Вот непосредственно это все одна и та же каста участников. Зная вот этот, анализируя этот поток, по сути, мы можем оценить, кто более агрессивнее давит на цену в данный момент. И, соответственно,
та сторона, которая более ликвиднее себя ведет сейчас со стороны маркет ордеров, потенциально подсказывает нам дальнейшее движение. То есть за кем сейчас контроль и в каком направлении может двигаться цена. Идем дальше. Это уже теперь, возможно, у кого-то возникнет вопрос, а как же эти рыночные определяются? То есть есть объем, понятно, но как понять, сколько там рыночных-то ребят-то было? Соответственно, в платформе Wolfix есть два режима отображения дельты, то есть маркировка по BDASK. Значит, Tick Direct, здесь даже стрелочки две нарисовал, по направлению тика. Здесь очень просто. Если тик идет в сторону аска, соответственно, весь объем этого тика получает маркировку асковый, то есть, по сути, инициатор. Если изменение, то есть, вот текущий тик, мы, допустим, в 4 раза больше ликвидности, чем у селлера, нажали buy market, еще там отложек выставили, то есть, еще кто-то на покупку заходит, соответственно, мы изменили тик на цену, на хотя бы на тик выше. Это движение тика в сторону аска. Раз мы изменили цену чуть выше, соответственно, у нас агрессор кто? Байер, правильно? То есть по рынку. Соответственно, если бы тик изменился чуть ниже, у нас агрессор на шорт. Соответственно, здесь бы маркировка была бидовая. То есть весь объем в этом тике получил бы маркировку бидовый. Это касается режима маркировки вот этих агрессоров Tick Direct. Непосредственно да, запись идет и на YouTube, и параллельно еще на так, отдельно. Так, что тут произошло? Странно, что оно само переключилось. Сейчас, одну секундочку. Уж извините, потому что еще не разобрался со всем инструментарием, но я думаю, мы сейчас вернемся к этому слайду быстро. Итак, значит, второй тип маркировки агрессора непосредственно идет уже с потоком. Мы называем его биржевой маркировкой. То есть уже по сути в последней позиции, либо же по биржевой маркировке. Соответственно, я рекомендую, естественно, использовать Delta Side by Aggressor. То есть это уже непосредственно чуть более точнее маркировка. Потому что когда идет маркировка всего тика, там масковый либо же битовый, сейчас. Соответственно, вот тип отображения дельты в агрессор более точнее. Там идет уже более детальная маркировка. Не все объемы в тике могут быть в одном направлении. Это как раз хорошо показывает Time and Sales. Вот, сейчас попробую продемонстрировать. И да, вот к примеру, видите, сейчас мы поменяем. Вот 232 контракта и дельта 232. Вот здесь в одном тике весь объем был на стороне агрессора на шорт. То есть здесь это видно. Дельта, объем идентичные. Но есть моменты, когда вот здесь тоже идентичны. 231 контракт, 135 дельта. То есть из 230 контрактов не все были на покупку, либо же на продажу. То есть часть была. И, соответственно, вот эта разница, она при агрессоре, вот в режиме агрессора, она более точно отображается. В целом, как бы на там, 5-15 минутных таймфреймах на дельту вот один и второй режим не сильно отличаются, буквально в количественном значении по контрактам. Там в моменте, да, может быть какие-то вот погрешности, но в целом, если дельта идет на покупку основная, то она как бы и по тому, режиму там 95% случаев она ну как бы синхронно идет. Просто как бы детали объяснил, что опять извините, я забыл эту сцену переключить, совсем не привык. Еще раз покажу сейчас,
как в Time and Sales, это агрегированный Time and Sales, то есть это каждая строчка это информация об тике, все, что в одном тике происходит. Сейчас график появится. Я еще не привык к переключению сцен просто, поэтому уж простите. Итак, вот у нас Time and Sales, в принципе, он уже должен подтянуться. И вот, допустим, у нас идет два раза 229 и 249. Вот два объемчика, видите? Давайте лучше шрифт сделаю еще по белым. Так, должен уже появиться, да? Спасибо, Сергей. Вот, смотрите, одна строчка – это информация о том, какие объемы, какая дельта в одном тике. То есть один тик – это изменение цены. То есть вот минимальный шаг цены, непосредственно минимальное движение стакана – это вот то, что происходит в одном тике. Итак, колонка объем 104 контракта. Следующая колонка дельта, то есть какой дисбаланс в этом тике. И все 104 контракта, 104 контракта дельта. То есть когда мы видим 104 контракта и дельта, допустим, минус 104, означает, что со стороны байеров 0, со стороны селлеров все 104 контракта. То есть абсолютная дельта на стороне селлеров. Здесь как бы отображается как бы полная победа селлеров. Здесь, к примеру, 58 контрактов всего, 56 дельта. То есть, скорее всего, будет 57 со стороны селлера и один кто-то там со стороны байера. Итого будет 56 дельта. То есть, но один байер все-таки есть. Есть также случаи, когда абсолютно немаленькие объемы, но дельта там не то чтобы там на 70% на чьей-то стороне, а даже может быть на нулевой абсолютно. Поэтому вот 268 контрактов, 80 на стороне селлеров. 260 контрактов, только 50 получается перевес со стороны селлеров. То есть дельта это вот из 261 контракта. Так, ликвидность делится на две группы, и вот ликвидность одной группы на другой перевес в 53 контракта. Вот, допустим, только что зашло 473 лошадки. Из этих 473 контрактов перевес байеров и селлеров по ликвидности такой, что разница получается 253 лошади, то есть, ну, лотка. Здесь, допустим, 100% дисбаланс. Ну и объем там не особо. Вот идет 4 подряд тика, здесь полностью объем соответствует дисбалансу. Но вот есть моменты, когда не полностью. Вот 271 контракт, 269 дельта. То есть какой-то один контрактик там все-таки не согласен с активностью и ушел в оппозицию фактически. Вот. Идем дальше. Так, как там у нас там со слайдами? Сейчас мы вернемся к этим слайдикам, они сейчас должны появиться. Вот, теперь частично на слайде будем смотреть, частично на реальном графике. Здесь сейчас в двух словах для тех, кто вот недавно начинает и применять кластерный график, вообще в принципе там профильный кластер профайл, здесь должна появиться уже картинка, где немножко увеличен сам кластер, да, и вы видите, надеюсь, видите, что прямоугольником выделен непосредственно ладно. Не слушается меня непосредственно. Вот, не слева профиль отображает объемы агрессоров на продажу. То есть сам кластер разделен на две части. Да, в левой части отображается профиль непосредственно активности селлеров. А в правой части отображается активность байеров. Картинка есть, но она почему-то меня не слушается, постоянно пытается убежать.
Вроде бы есть. Итак, специально выписал отдельно в две колонки, именно цифрами, по каждой цене. То есть это 5-минутный таймфрейм, то есть кластер 5-минутного таймфрейма. Что это означает? Что по одной цене все агрессоры на продажу, на покупку, которые были по одной цене, то есть там график 5-минутки может быть абсолютно разный, но вот по одной цене все суммируются и разделяются на две группы. И, соответственно, вот колонка слева селлеры, то есть вот в этом кластере отображается по сути вот эта информация, только немножко в приятном, удобном для анализа, для быстрого анализа, для глаз, в принципе, для считывания. То есть, в принципе, профиль, вот этот выпуклая гистограмма показывает нам, где основная ликвидность сосредоточена. Просто вот буквально чуть-чуть строчка шире, чем, допустим, у цены 29.81, 29.85,5. И уже мы просто визуально видим, что там ликвидности мало вот по этих точках. А в нижней части, к примеру, в нижней третьей по ценовому коридору сосредоточено больше всего ликвидности. И разделена вот ликвидность на две части. По сути, там идет две колонки, и суммарная ликвидность по каждой цене за 5 минут агрессоров на шорт и агрессоров на бай. Итак, давайте посмотрим на эти данные, собственно. Вот. Если посмотреть, взвесить ликвидность с одной стороны на другой, соответственно, у нас идет 59-230, перевес в 4 раза, 304-980. Мы сейчас смотрим относительно ликвидности по одной цене, одной группы и другой. Тут в 3 раза перевес, то есть 900 против 300, в 3 раза крен больше со стороны байеров. 930 и 1000, здесь достаточно близка к нулевой дельта. 370-362, здесь тоже нулевая дельта, 14 против 135. И взвесить по каждой цене и посчитать, сколько тиков по сути перевес на стороне байера и сколько тиков получилось у вас на стороне селлера. Здесь вот даже просто бегло пробежаться будет четко просматриваться более перевес там хотя бы через тик, но будет активность более за байером, соответственно. И это плюс еще есть тики, где просто невероятный перевес. 260 против 1800 контрактов. Это просто невероятно. Соответственно, учитывайте, когда перевес очень нулевой. То есть 253-281 для 500 контрактов, 30 лотков перевес. Это не такая уж и сильно. Итак, просмотрев по всему коридору, можно посчитать, сколько тиков победа за байером и сколько тиков победа за селлером. В целом, идея любого расширения, любого контроля цены, то есть когда крупный участник грузит объем вокруг какой-то цены, и, естественно, ему не нужно разбрасывать по большому широкому коридору весь его потенциал, а потом взять намного меньше, чем он мог взять. Он размещается аккуратненько, и потом идет расширение цены. До каких пределов мы не можем знать таких намерений крупных участников, но анализируя то, как он удерживает контроль на каждом тике, мы можем судить, выдохся он, вообще перестал контролировать, либо еще есть потенциал, можно держать позицию. То есть это подсказывает, вот если мы видим, что тик через тик вот идет контроль и перевес постоянно удерживается за байером, то есть это видно по кластеру, на 5 минутке, на минутке можно отслеживать такие моменты. Соответственно, для вас это более уверенное и контролирование позиции, удержание, сопровождение, вплоть до открытия сделки и сокрытия. То есть, когда уже вы видите, что контроль на каждом тике уже не продолжается, то есть вы видите, что там одну 5-минутку уже байер не такой активный, и даже селлеры более с перевесом работают. Второй 5 минут, потому что из одного бара судить сразу не стоит, потому что даже те же байеры, они будут просто периодически сбрасывать свои покупки, тем самым как бы вроде как нас запутывая, но если изучить свой инструмент, периодически вот этот процесс можно отследить. Итак, переходим дальше. То есть это дельта по одной цене, то есть называем горизонтальная дельта. Между собой горизонтальная дельта, то есть по одной цене агрессоры по бит и по васк. Идем дальше.
Следующий вариант – это анализ дельты общей, либо же total delta. В 5-минутном кластере, таймфрейме, баре, свече, как вам удобно, суммируется вся сторона селлеров, то есть все вот эти объемы с верхней цены по нижнюю в 5-минутке суммируются, получается цифра, и суммируется ликвидность по каждой цене. То есть таким образом мы можем сразу получить информацию, вот нижняя гистограмма показывает нам такими колоночками, в течение 5 минут за кем сохранялся контроль, по сути, и с каким перевесом. То есть в течение 5 минут контроль за байером. Обратите внимание, сколько таких 5 минуток подряд у байера было потом, вот где-то вот буквально 15 минут селлеры немножко здесь попытались отреагировать на расширение байера. И потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 5 минуток к ряду постоянно идет контроль за байером. Вот это очень хороший показатель, то как и пример, то как крупный участник целенаправленно расширяет коридор. У него, в принципе, цель – прибыль. Он до какой-то цены дойдет, получит свою прибыль и перестанет принимать участие в таком целенаправленном расширении. Либо же там группа крупных участников. Мы можем отследить, когда они перестают уже вот, целенаправленно толкать цену во что бы ни стало. То есть, по сути, это на каждом тике нужно сохранять контроль за, на своей стороне хотя бы в перевес там, 1-1,5-2 раза. Итак, Total Delta подсказывает нам общую картину за вот эти 5 минут, в то время, когда горизонтальная дельта нам показывает, по какой именно цене были сильные крены по агрессорам. Соответственно, вы можете заметить, что в кластере часть фильтров, вернее, такие квадратики зеленые, это непосредственно лимиты, фильтры, подчеркивают нам определенный уровень дисбаланса, который мы заранее уже рассчитали и выставили эти фильтры для себя, чтобы не пропустить такие большие дисбалансы. То есть уже идет как бы и горизонтальный маячок, по каким ценам проходят такие дисбалансы. Это поможет для более точного входа. Это поможет вертикальная дельта, вот Total Delta подсказывает, в течение периода за кем сохраняется контроль, то есть либо он резко может вырасти, либо вообще пропасть. Соответственно, как бы барометр кластера сохраняется, не сохраняется, удерживает, не удерживает. Следующий тип дельты, это мы между собой называем косая дельта. Если посмотреть на любой стандартный биржевой стакан, слева колонка заявочки по бит, справа по ASK. Соответственно, вот, вот эта интерпретация стакана у нас немножко она изменена. Мы просто эти две колонки сместили в одну для удобства. И в целом ничего не изменилось тактически. То есть анализируются данные точно так же. Просто визуально меньше пространства занимает стакан, и это удобнее. Ну, как мы так решили. Вот, соответственно, анализируются заявки по аскам, по бидам. То есть непосредственно вот в какой оборот, вернее, какая ликвидность по аскам и какая по бидам. Соответственно, ликвидности на чьей-то стороне может быть в разы больше. Чуть попозже я вам покажу на примере онлайн в стакане, когда такие моменты, крены происходят и как это можно использовать. А еще детальнее на следующем открытом вебинаре. Я думаю, что уже к нему я разберусь с этим софтом для стрима, и будет более приятнее эта вся трансляция. Так вот, Sell, Buy, Spread, Imbalance, она у нас называется по фильтрации, но между собой мы называем косая. То есть анализируется не по одной цене ликвидность, а вот непосредственно на соседних уровнях, то есть бидасках. Вот этот перевес. И мы фильтруем ее в процентном соотношении, то есть не по количественному значению, на 100 контрактов больше, либо же меньше, а анализируется во сколько раз, грубо говоря, ну так в общем, в упрощенном формате, то есть в 2 или в 3 раза в перевес, или в 4 раза. То есть вот в таком ключе. Это более универсальный фильтр, как по мне, более удобнее и для новичков особо облегчает задачу. То есть вам не нужно проводить исследования, собирать статистику, какой именно фильтр по количественному значению поставить на горизонтальную дельту. Здесь вы просто ставите в 2 раза стартовая точка крена в 2 раза. Почему в 2 раза? Потому что
когда у нас есть, с одной стороны, один контракт, да, у трейдера. Соответственно, следующая ступень какая может быть? Вот именно перевес. Ну, один контракт у оппонента, это значит не перевес, а вот два контракта, это уже перевес. Соответственно, минимальный, грубо говоря, стартовый крен, это в два раза по дельте, исходя даже из одного контракта фактически. Вот, соответственно, вы ставите по фильтру 200%, и ну, это приближенно достаточно к двум, в два раза. И все уровни, где вот эта косая дельта имеет перевес по ликвидности в два раза, можно поставить пожестче в три раза. Вот, соответственно, всегда фильтр, вот если вы смотрите на кластер в режиме sell-buy, как я только что показывал, когда две колонки ликвидности отображаются, то будет подсвечиваться та сторона, которая больше по объему. И тем самым как бы универсальность этого фильтра в том, что даже если будет перевес там два контракта против шести, вот по косой дельте, этот фильтр покажет, что здесь перевес больше, чем в два раза. И просмотрев на истории, вот где такие моменты приносят огромную пользу, именно в тех моментах, когда для расширения цены крупному участнику не приходится особо большим объемом отвечать. К примеру, основная часть коридора уже пройдена, и дальнейшее движение цены идет уже, допустим, без особого сопротивления со стороны продавца. То есть идут какие-то объемы небольшие, 2-3 контракта, и ему нет необходимости выставлять на противовес там 500 контрактов, 300. Он ставит 10, там 6, но сохраняет за собой перевес. То есть вот это крен в моменте, да, вот когда надо расширять коридор, и вот просто попадаются там небольшие тики, не сильно ликвидные. Соответственно, вот эти моменты очень хорошо видно, когда этот участник постоянно сохраняет за собой слово, и даже там 2-3 раза, но 4-5 контрактов 10, но он ставит выше всегда. И так тик за тиком даже заметно. То есть обязательно я использую сразу два фильтра, и те моменты ну, уже не упускаете. То есть количественное значение тоже нужно, потому что когда идет прям огромный денежный перевес, это уже точно дисбаланс. А когда идет вот непосредственно в таком плане перевес, то есть это универсальный и адаптивный. То есть вам привязываться к количественному значению не нужно, и можно на европейской сессии мониторить с этим фильтром, на Америке, на Азии, и даже переключаясь с одного инструмента на другой, вы ну как бы не останавливайтесь, вы можете дальше анализировать, и у вас будет правильно отображаться вот эта дисбалансировка косой дельты. Об этом детальнее можно чуть-чуть на следующем вебинаре по стакану. Опять пошли перек... Ладушки, давайте переключимся на нормальный график. Без слайдера обойдемся. Вот, просто на слайдере там все красиво подчеркнуто. Итак, что внутри кластера? Значит, слайд, который не хотел слушаться, мы без него обойдемся. Итак, в первую очередь, когда вы анализируете таймфрейм, онлайн, вот идет активность, допустим, сейчас 12:57, уже заканчивается последняя пятиминутка в 12 часу, и мы уже видим на данный момент, видно, да, кластер? Супер, отлично. Не слушается эта презентация прям совсем, поэтому мы уже отказались от нее. Соответственно, пока даже формируется пятиминутка, мы видим уже итоговую ликвидность, вот перевес, видите, скачет выше, только что было 500 лошадей на стороне селлеров, уже почти до 1000 дошли. Также я, допустим, смотрю вот две колонки, я думаю, вам сейчас видно точно хорошо. И видно, какую сторону больше наливают вот в моменте. То есть вы смотрите, допустим, вот 29 и 94. Вот косая дельта. Мы видим с вами, что в три раза больше перевес на бидах. 32, 101. Смотрим, какие будут. Вот, видите, наливают биды. Вероятность расширения цены ниже, ну, прям напрашивается, очень сильно напрашивается. Вот 321, 138. Сейчас буквально еще один тик шажок и могут сорвать с места. Осталось буквально 10, чуть меньше. Так, остановились. Да, вот по чуть-чуть.
прощупали еще на один тик, есть. Соответственно, вот 192, 156, 157, 200, вот потихонечку, правда, и ту сторону наливает, но будем смотреть. Сейчас 201 пока замерли, и еще осталось там буквально 40 секунд, и будет уже 13.00. В 13.00, в принципе, может быть небольшая волатильность. Вот с 500 контрактов дисбаланс уже вырос до 1500. Предыдущая свеча была 670 итогово. И вот мы видим расстановку сил, на каком тике, сколько ликвидности. И когда вы анализируете это онлайн, то есть вы видите, как наливают, как это все наливалось. Когда вы видите уже финишный вариант, немножко нюансы такие, допустим, как могли в последнюю минуту пятиминутки налить вот этот весь бит и закрыть пятиминутку выше, то есть, ну, ближе к максимуму. То есть итогово, как бы, вот этот нюанс невозможно заметить, только вот в режиме онлайн. Давайте посмотрим, на что стоит смотреть с точки зрения дельты. Ну, суммарная дельта здесь понятно, да? Ликвидность сел ребят и агрессоров на покупку сравниваются, и, собственно, в количественном значении отображается в нижней гистограмме. Это можно видеть в количественном значении, именно количество контрактов. Режим дельта процент посчитает и отобразит это в процентном соотношении. То есть насколько перевес одной группы больше в процентном соотношении. Дельта процент в нижней гистограмме именно в процентном соотношении показывает информацию. Для таймфреймов 5-15 минут, час, на дневном таймфрейме вы заметите, что там процент перевеса все меньше и меньше. То есть чем больше таймфрейм, тем дисбаланс не так ощущается. То есть вот на минутном таймфрейме могут быть скачки от 100 до 20%, уже 5-15 минут вы уже увидите, что вот даже в течение дня, смотрите, крен 23,4, дисбаланс по объему. То есть всегда нужен, кстати, вот это маленький нюанс по дельте, когда вы дельта процент смотрите, вот 23,4%, вроде бы кажется, ну, очень сильный крен, но всегда нужно помнить, с какого объема этот дисбаланс. То есть может быть всего там 300 контрактов и перевес может быть 240 и 60, к примеру, процент будет там огромный крена. Вот, а перевес в 10%, но с объемом в 10 тысяч контрактов, это уже другой объем и совсем другой крен. Поэтому вот эти моменты, нюансы нужно всегда помнить и учитывать. То есть дельта, вещь такая, что вот может быть 100 контрактов дельта, допустим, на стороне селлеров, но исходя из какого объема она есть, да, вот, к примеру, может быть 101 контракт на стороне селлера и один контракт на стороне байера. Дельта будет 100 на стороне селлера. Математически тут несложно. Может быть дельта 10 тысяч контрактов 101, да, и 10 тысяч контрактов 100, вернее, 10 тысяч контрактов 1 со стороны байера. Тоже дельта будет 100 контрактов. Но это уже из 20 тысяч контрактов дельта. Это она просто ничто. То есть при вот этой ситуации у нас дисбаланс очень огромный. То есть 100 контрактов из 102 – это неплохо. А из 20 тысяч там 102 контрактов, всего лишь 100 контрактов, это дельта 0. Но цифра отображается одна и та же. Вот эти нюансы всегда помните. То есть такой математический, как бы, математическая иллюзия или же математический обман. Это из какого объема получился дисбаланс. Поэтому одна и та же цифра может говорить о том, что крен очень большой, либо же крен вообще отсутствует. Но дельта будет отображаться та же самая. Итак, что мы смотрим в кластере, либо какие моменты стоит учитывать. Первое. Особенно для начинающих я рекомендую, ну, вот в таком режиме тип графика sell buy, то есть у вас левая колонка на short агрессоры, справа на buy. И первое время изучать, вот насколько крен стараются удерживать по объему по каждой цене.
То есть 300 контрактов, 200, хотя бы вот какой перевес оставляют за собой на инструменте. То есть на CL это может быть другая ликвидность, на S&P здесь другой оборот, поэтому тут фильтры будут немножко другие. И смотрите, сколько тиков из всех в баре старается вот защищать крупный участник и удерживать контроль. Ну, в данном случае мы можем визуально оценить, что вот один тик ничья, тут 149.88, это, в принципе, ну, без перевеса, особо крена нет, даже в два раза никто никого не перевесил. 353.578, там где-то в полтора раза чуть-чуть не дотянули байеры. 221.510, это по горизонтальной дельте мы сейчас анализируем, здесь в два раза больше за байерами. 1700-1300 по горизонталке. У нас перевес за селлером на 400 лошадей, но из объема почти 3000 контрактов. 300 контрактов перевес из 3000. 673 в два раза, четко в два раза за байером. То есть у нас получается один тик проиграл байер здесь. Здесь перевес, тут ничья. Потом идет 1600-953. Здесь, ну, не в два раза, но чуть-чуть меньше, чем между полтора и в два раза. То есть тут селлер тоже победил по горизонтальной. 1252 против 1700. Мелкий перевес на 500 лошадей. Но за байером. Потом 400-700 полтора раза за байером. 288, 863. Три раза почти за байером, 568, 800, полтора, ну не в два, но полтора раза, и 37 против 480, а полная победа за байером. В целом из 11 тиков, вот так железнобетонно, где-то 3 тика за селлером, все остальные за байером. То есть из 11 тиков у нас получается 8 тиков контроль цены за байером. То есть, ну и по фильтрам, я думаю, вы видите, что по горизонтальной дельте здесь идет точно так же. Здесь отображаются сразу фильтры двух, и горизонтальной дельты, и косой. Как работает фильтр? Допустим, косая дельта анализируется ASCII бит, да? Ликвидность по бидам 409 контрактов, то есть какой объем на соседнем тике, а здесь 863. Дело в том, что цена двигается вот таким вот образом, то есть тик, вот такие движения происходят. Ну, соответственно, когда мы смотрим 5-минутный таймфрейм, горизонтальную дельту, то суммируются вот эти все ребята, которые там проходили по этой цене, неоднократно возвращался график просто по этой цене. А вот объемы, которые идут соседние, они более как бы, вот для сравнения, приближенная, особенно когда стакан анализировать, идентичная косая дельта происходит. Вот анализ, даже пускай отложенных заявок. Здесь два раза перевес. Соответственно, обратите внимание, что цифры некоторые белые, некоторые черные. То есть фильтр зеленого цвета означает, что перевес на стороне байеров. Если будет перевес на стороне селлеров, как в этом случае, фильтр будет красным цветом и на стороне подсвечивать цифру ту, которая с перевесом. Таким образом, даже в принципе, не прибегая к тому, чтобы посмотреть, какие там цифры непосредственно в перевесе, уже в мониторе, сколько тиков контролируют байер и селлер в самом баре, если бар 10 тиков, из них 8 контроль за байером, то в принципе с дельтой 2000 со временем, где-то через месяца три, вы уже настолько привыкнете к этой ликвидности, вы можете быстро даже рассчитать, сколько в среднем там дисбаланс по каждой цене. Ну, в принципе, сейчас уже появился показатель Average Volume by Price. Он, в принципе, это еще быстрее облегчает. Так вот, мы общую картину видим по горизонтальной дельте. По каждой цене детально перевес косой или же горизонтальный, либо же оба, есть такая ситуация, когда весь треугольник завязан на байере. И также вы видите вот еще одну дельту, справа колонка идет. Это итоговая за период, ну в данном случае за 11 число с 8.30, по каждой цене суммируется из всех баров вот эта вся активность байеров и селлеров суммируется, и мы видим итоговую
активность. То есть вот всего прошло, слева гистограмма показывает оборот по цене итоговый. То есть по каждой цене суммируется за всю торговую сессию. Ну, в данном случае, если я поставлю, допустим, там стартовая дата с 1 января 2019 года, то будет считаться вся суммарная активность 2019 1 января. То есть какой период вы выберете на подгрузку графика. Соответственно, вот здесь мы видим картину по общей динамике. То есть когда у вас есть трендовый день на buy, то в целом должна оставаться вот эти отпечатки движения этих байеров. Вот смотрите, какой у нас получился в итоге торговый день. Тот кластер, который я для примера показывал вот на слайдах, который был, это был вот этот кластер, который у нас в 9.10 сформировался. То есть 4000 контрактов из 35000, вот этот, sorry, 38000, дельта, вот почти 40 тысяч контрактов, дельта у нас получается 1500, то есть ликвидность, и из 40 тысяч контрактов дельта 1500. В целом, как бы сказать, что прям какой-то опасный дисбаланс при таком объеме, трудно, да. Если, к примеру, оценить так глобально сложно, вот можно посмотреть, сколько в процентном перевесе получилось. Вот относительно всего объема, какой дисбаланс получился? 3,9%. А у байеров 11, буквально через бар, 11% перевес. То есть, вроде так, как-то смешно звучит, 4% и 11%, но ликвидность в одном и во втором баре, тут 35 и тут 38%, то есть тут перевес больше в разы, даже при меньшем объеме в 3000 контрактов, ну разница. То есть из всего объема дисбаланс ликвидности на одной стороне в разы выше, а здесь непосредственно он небольшой, 1500 получилось. Соответственно, вы тем самым не пугаетесь тем, что там большой объем в свече, а смотрите дельту, она там практически нулевая, то есть, ну, приближенно к нулевой. Следующий кластер то же самое, вот 1400-1500. Это вот больше подсказка к тому, что скорее всего частично фиксируются те, кто с утра заскочили быстро на покупки, и вот этими одинаковыми дельтами очень частенько об этом подсказывают. Обратите внимание, что период, когда пошла дельта на шорт, толком динамика даже, ну, не изменилось. То есть вот эта свеча, которая была ликвидная из дельты на шорт, и две корректирующие прямо в этой же активности. Все, вот ту границу, которую они установили, они же ее и не нарушили. Соответственно, после этого постепенно восстанавливается контроль за байером, и он продолжается до 9.40. Трудненько, но потихонечку расширяем коридор. Было вот движение в 9.10. Сильный дисбаланс пошел по 4000 из объема, вот видите, 4000 контрактов дельта из 20000, а здесь из 38 всего лишь 1500, то есть разницу, я думаю, можно ощутить. И дельта процент здесь почти 20% перевес. То есть вот это вот вы заметите во всех ударных импульсах, ударных барах всегда идет большой процентный перевес, неважно какой там объем. Вот непосредственно не важно какой объем, даже если там будет 1000 контрактов, но будет сильный большой перевес, это означает, что контроль цены практически на каждом тике идет, и стараются оставлять за собой след там, в 2-3 раза перевес. То есть это хороший показатель, что вот это движение, оно не пустое и не ложное, то есть, ну, не, ну, как бы не ложное пробитие, то есть реально стараются расширить коридор, поэтому контроль цены идет, видите, вот даже видно по фильтрам, что почти на каждом тике контроль. После маленького затишья тут идет пит-стоп, фактически всегда после сильного движения на S&P идет передышка, и потом повторно еще 12% добросили. На максимуме тяжеловато уже расширять, вот собственно они так потихонечку еле-еле, но расширили. Обратите внимание, что по ценам суммарно за сессию вот как получилось отпечаток контроля цены вот в диапазоне, именно суммарно уже итогово. Стартовали они с 77, тут вот 4 тика, все почти по 500 лошадей, потом оставили полностью коридор, вот здесь как раз расширение было с 80-75 по 82-25, тоже плита, то есть это по сути вы можете использовать как уровень поддержки.
если комбинировать технический анализ и объемный, то это как раз вот коридор можно воспринимать как уровень поддержки. Здесь вот отличный массив байеров после того, как вот эти селлеры сдулись. И потом идет вот эта плита. Вот на завтра это очень неплохой уровень для мониторинга. Вот 87,5, 89, 25. Тут каждый тик, видите, с 1300-1900 суммарно. То есть это суммируется вся активность, которая попадает в эти цены. А здесь приличное количество времени зазор. Всего из 20 тысяч контрактов 2,5 из 20 тысяч контрактов вот по цене. 2,5, 2300 суммарно за сессию остался след клиент. То есть это очень хороший процентный перевес. И причем плотный коридор. Вот в дельте это очень важно, когда плотно во времени, то есть постоянно удерживается контроль. Видите, когда идет движение в одном направлении, то тяжело, не тяжело, каждая пятиминутка контролируется одной группой. Вот это надежная информация. Даже если вы только знакомитесь с дельтой, старайтесь всегда быть вот на стороне вот этой группы. Те, кто дольше контролирует по дельте цену, те, в принципе, контролируют на данной сессии движение цены. Как вы видите, что периодически меняется, сбрасывают те же байеры, которые заходили, периодически будут сбрасывать покупки, то есть пополнять свои запасы. И, соответственно, у каждого инструмента, там у CL, у золота, у DAX, вот этот процесс сброса идет через какой-то период. В среднем там в течение 45-минутного движения, там 15-10 минут идет пит-стоп, как бы я называю это. Потом у нас идет 20 минут движения, даже 25, вот на расширение пошли. Раскачали тут в два ударных бара по 18 и 15% перевес. В количественном значении это 3000 и 2000 контрактов. Но вот с какого объема они? Обратите внимание, что 2000 контрактов с 11 тысяч, и они толкнули цену выше. Здесь был объем у этого бара, который был 38 тонн, и всего лишь 1500 дельта, и он не смог развернуть цену. То есть вот здесь вот эта хитрость дельты, что если просто глупо смотреть на нижнюю гистограмму, то кажется абсолютно полный хаос, ничего не понятно. Вроде бы дельта на шорт идет, а рынок растет. Нужно взвешивать, из какого объема дельта получилось. То есть 1500 из 38 тонн – это нулевая дельта по сути. То есть там никто не контролировал цену. А вот 2000, вроде бы почти такая же дельта, но с 11 тысяч это дорогого стоит. Вот 2000 с 11 тонн. Первый рывок на покупку. Потом у нас получается 3100. Смотрим, с какого объема. С двадцаточки. Если трудно разбросить примерно в какой перевес, вот можно включить sell buy режим, и на нижней гистограмме будут две колонки. Отображение объема 8800 со стороны селлера и суммарно 12 тонн со стороны байера. То есть вот эти вот дельта, ну, там 3800 из двадцатки, получается вот такой перевес. 8 с копейками, почти 9 на селлере и 12 ровненько на байере. Вот так получается вот эта дельта. Ну и процентный перевес, соответственно. Вот у нас идет 3 бара, и тут вроде бы дельта на шорт, причем идет 3-5 минутки подряд, но посмотрите на эту дельту. Там можно даже объем не смотреть какой, он в принципе маленький. И все, 3-5 минутки они вот целую сессию, не больше 3-5 минуток пытаются проявить себя. И все, потом снова пошли байеры. 4-5 минутки к ряду постоянно на рост. Объем невысокий, но дисбаланс, вот 3-5 минутки все по 13 тонн наоборот. Это уже явно целенаправленно на расширение толкали. И везде по 3, 2 и 3, то есть из 10 тысяч. Здесь большой перевес, то есть четверть объема фактически только сам дисбаланс. Вот, 2000 и так далее. То есть и вот у нас уже так выдохся байер, уже 12.35 мы наблюдаем, что уже 4-5-6-5 минуток к ряду байера прям совсем уже и не видно. Это в принципе и прогнозируемо. Вот так вот проделать путь. Вот так выглядит дельта, когда вы видите вот такую торговую сессию на рост.
То есть вот подходя к анализу в таком ключе, вы анализируете и по цене, и по общей активности, и по ценам. Смотрите по фильтрам, сколько тиков контролируется, в какой перевес, касая, не касая. И это все уже дает более четкую и прозрачную картину о происходящем. Соответственно, рекомендация. Старайтесь не работать против тех, кто контролирует дольше по дельте цену. То есть старайтесь всегда работать на их стороне. Все будет у вас хорошо. Допустим, увидели там 6-5 минуток подряд байеры. Вот, вот. И, соответственно, старайтесь с этих уровней заходить. То есть вот именно тоже по направлению покупок. Если поменяется контроль, сбросите ту покупку и зайдете на шорт. Просто сказать, тяжело повторить. Согласен, но уже как бы направление вы точно знаете правильное. Осталось только отработать это на тренировочных вот этих трейдах, то есть вот в боевом режиме оттачивать мастерство. Возьмите завтра же, настройте кластер профайл, sell buy режим, total his delta, там 5 минут, либо 5-минутный таймфрейм, либо 15-минутный, я рекомендую 5-минутный. Адаптируйте фильтры и понаблюдайте за рынком хотя бы пару сессий вот в таком режиме. Тут немножко математики нужно, но математика не высшая, а там просто отнять, разделить, да, сравнить, вычесть. Соответственно, вот в таком разрезе можно использовать дельту. И это еще не все моменты, но на сегодня я буду заканчивать. О фильтрах, о все фильтры по дельте находятся в разделе лимит. То есть вы заходите в sell limit, вот здесь sell buy spread and balance. Это касая дельта настраивается, здесь вы ставите процент. А здесь можете поставить условия, какой лотаж должен быть на этом уровне. Это для того, чтобы отсеять вот эти вот 2-3 контрактные перевесы, мелочь. Дальнейшая у нас фильтрация идет дельта лимит. Это горизонталка, то есть вот по горизонтальной дельте настраиваете лимиты, выставили в какой лотаж, каким оттенком подсвечивать. Все настройки фильтров находятся здесь. Там, где идет обозначение Total Hist, это означает фильтрация нижней гистограммы. Total Hist Delta Limit, непосредственно заходите, ставите значение на buy, какая необходима фильтрация, на short. И, подчеркну, вы можете поставить еще алерты. То есть, если будет сильный по дельте дисбаланс по нижней гистограмме, вы этого не пропустите. И еще очень приличное количество фильтров, которые тоже можно адаптировать под вашу торговлю. Но вот самые основные я вам показал, которые вам пригодятся уже завтра. В первую очередь настройте вот этот sell limit, процентный крен. Он адаптивный, даже если вы только знакомитесь со своим инструментом, он уже начнет работать и подсказывать вам косую дельту, вот эти вот крены. Адаптивно, там, на малом объеме, на большом, этому фильтру не важно, какой идет объем, ему важно, чтобы был крен в несколько раз. Вот. А комбинируя дельту, объем, D+, еще с time and sales и стакан, можно еще эффективнее торговать. И вот детально о стакане.